Выстава «Успамин» белорусского мастака Олеся Шатырника открылась у городской мастацкой галереи Шемялева. Мастацкая экспозиция мае назву «Вытоки вертания» зусім не выпадкова. Александр Шатырник, больш вядомы як скульптор, представил живописные картины своего родного Минска, менавіта у тым будинку и тым покоя, у яким жил одразу после войны со своей семьей. Живопіс двумерных просторов, скульптура трехмерна, а поэтичное слово выходит поза межи этих просторов и доближается до четвертого вымерения мозгового слова. Вот эти покои наполнены тем духом мастерства, словом, фарбами, формой. Тому я вельми узяшны и лесу. Это самое настоящее возвращение на улицу детства, в тот самый дом, где когда-то жил сам автор Александр Шатырник. На выставе представлено каля 30 работ, любимые и отметные места города, такие как брама церквы Святой Марии, а так само белорусские пейзажи, знакомые и утульные кутки Беларуси.